Ну что? Ждем Димагу, собственно говоря. И будем начинать. 5000 уже призовой Верди Димага. Спасибо всем поддержавшим. Кто поддерживал там? Неизвестный на пятерку. Вердос, Бобби Мэджик. Ну что, неплохой призовой фонд 5000. Задержка не нужна. Здесь без задержки будет стрим. Короче, ждем начала мы. Так, всем привет, ребят, много людей, вижу, пришло. Фух, подустал я немножечко, подустал, ну ничего не поделаешь. Надо тащить, продолжать. Стримить, точнее, сейчас отойду ненадолго, подышу воздухом.
Все, ребят, я здесь. Чуточек перекусил. Ждем начала матча. Димага против Вердоса. Ну что, заходим в шоу-матч. Поехали, Димага против Вердоса. Бусим у нас. 5000 призовой. Руины Эндиона, первая карта. Начинается битва. Возможно, где-то даже ставки на этот шоу-матч есть, я не знаю. Не уверен. Нет, что-то на кибатике не вижу я. Наверное, особо нигде нету. Ну что? Всеми нами, всем нам знакомый морально неустойчивый Вердос бьется с оплотом бывшим СНГ Старкрафта, Димагой непоколебимым, вот, который больше всех в СНГ на Старкрафте вообще призовых именно заработал. Ну и давно, правда, был перерыв, не играл Димага совсем в StarCraft, а теперь возвращение произошло. И он тренируется, собственно говоря, вновь. Третья хата, три хаты пула. Посмотрите, Вердос играет то же, что я в последней игре сейчас играл. Но я взял, если честно, понятно, это Stranger Build. То есть похоже, что это, да, ранний Twilight очень будет и выход с двух гейтов какой-то такой интересный от Вердоса. С трех, точнее, вот. Димага залетает, сейчас все спалит он. Что происходит здесь? И вторым уйром, кстати, тоже сразу летит. Но на самом деле, если вовремя понять, что происходит, королев лингов добавить, даже лингами, в принципе, маслингами это отбивается нормально вполне. Винтайм. Ты не туда попал немножечко. Мы здесь это не обсуждаем, да и с Димагой это не связано никак было, насколько я помню. Титан уже давно ушел из СК2, он что-то начал было тренироваться, а потом забил. Сказал, что Баркрафт какой-то там они открывают, не знаю, что там в итоге на самом деле было в Ростове. Открыли, не открыли, но, собственно, он не возвращался, значит, и
Значит, и не играет нифига. Так, Чарик, что ты тут приунывший лежишь? Вердос с двумя адептами идет, и был я совершенно не прав. Это никакие не скорости атаки адептов. Это просто два гейта Старгейт. Иллюзия адептов засылается на мейн. Нужно бежать поближе сейчас к адептам. Вердос будет телепортироваться. Почему? Нет. А почему он передумал? Здесь королева вышла плюс линги. На самом деле дроном штук 5 бы мог бы подрезать, если бы Димаг не законтролил. Скоро мух будет готов. Димага продолжает строительство рабочих. Собственно говоря, Вердос заказывает Нексус. Я не понимаю идеи вот этого билда. Со скоростью атаки адептом... Так, ты пить хочешь, что ли? Так, секундочку, погодите, ребят. Наши войска атакованы. Развитие завершено. Я и думаю. Чё здесь Чарлик лежит, что-то просит? Пить хочет. А воды нету в миске. Напить хотел, там как конь хлебает. Две пробки сейчас Димага лингами минуснул. Вердоса Нексус готов, на мейне гейты открыл, переводит рабочих сейчас. Димага спорок добавляет, 8 дронов еще запиливает. Ну, сейчас по рабочим у нас абсолютно точно в плюсе будет. Вердос понемножечку фениксов добавляет и роба. Так, два дрончика. Минус, здесь Феникс летают, харасят. Димага очень много королев строит. Уж не Линга королева ли врыв? Опять, Димага как-то играл такую тему Линга королева против Коу, вы помните, и развалил. Ничуть не развалил его, но все-таки не развалил. Да, воду помпой накачал. Просто она помпа прорвался там уже, вот этот, которая оболочка. Такая она полупластиковая, такая пластика целлофановая. Плохо качает очень. Так, лейер у Димаги пошел. 51-44 по рабам. Криптумором. Весь мейн криптуморами обнес сейчас. Нет, не кулер. Ну что, призма прилетает, здесь королевы ждут фениксов и призму. Один феникс сразу же падает. Еще королева покупает. Королев просто немерено. Димага возвращает. Линга пытается возвратить на мейн. Берет дронов сейчас, чтобы подбиваться, пытаться. Фениксов нужно фокусить или призму. Так, призму Димага пытался зафокусить, как и кривообразно призму фокусил сейчас. Ну, феникса убил одного. 13 дронов потерял, но тем не менее отбивается Дима сейчас. Ну, здесь третий Нексус уже, и как-то вот Димага играет такое ощущение, сейчас как-то безыдейно. Вердос прилетает, у него ничего нет, харасит, убивает дронов, спокойно ставит третий Нексус, ничего не умеет, а Димага ничего не делает. Он сидит сейчас просто на месте, не выйти не пытается, вообще ничего. Сейчас тут Гидроден единственное. Запиливает гидрой, может, врыв какой-то будет, посмотрим. На мейне надо рабочего установить обязательно. Димага и собирается делать. На третьей базе надо газ раскачать обязательно сейчас. Плюс 3 овера. Газ на третьей как не был раскачан, так и не раскачан. Гидру можно заказывать. Димага пока не заказывает гидру. Это ошибка. Так, королева смещает сюда к рейте. Вот эту уже королеву не спасти никак. Наконец-то газ начал добывать. Наконец-то рейндж гидре. 8 дронов еще запиливает. Ресурсов много у Димаги. Камни сейчас пробьет. Вердос не видит, что камни пробивать могут. Только сейчас увидел, что камни пробиваются.
камни падают, но лингов нужно увести, иначе тут беда. 6 гидралисков, всего 6 димаг заказывают, как-то маловато это явно. Нужно бы побольше. А здесь вот так, здесь у нас колоссы, скорость таки адептом. Надо колоссов мне попробовать будет, ПВТ, как Стрэндж попробовать его применить, да может даже и с зергом. Летает Вертус Мейн Харась. 12 гидралов у Димаги. Там рейндж, вторая атака. Скорость атаки адептом делается. Ну как-то у Димага здесь потерял инициативу. Даже четвертая хата. Здесь бы еще спайр одновременно ставить, чтобы вот такой микс. Плюс, например, свич в мутку делать. Тогда да. Хотя какой свич в мутку, когда здесь 5 фениксов на карте живеньких летает. Димага делает спайр, тем не менее, на второй базе. Фениксы могут отдаться в замесе, где гидры будет много, например. Как вариант. Димаг собирается врываться. Куда он собирается врываться? Можно вот здесь камни пробить, сюда врываться. Можно вот сюда пытаться врываться, например. Рейндж гидре готов. Дотекание гидролингов идет. 170, лимит на 130. Гидры, ну, очень много сейчас у Димаги. Очень много. И, кстати, Вердос позицию теряет сейчас. Филды поставить, поэтому он просто не успеет физически. Гидра фотонки минусуют, сейчас вместе с лингами три фотонки падают. Сейчас. Так, Димаг пытается уйти, но, кстати, мог бы попытаться колоссов упустить, мне кажется, Димага сейчас не парится. Рейнджа у колосса тем более еще не было сейчас. Можно, кстати, линга караптерами по олдскулу, по-воловски сейчас колоссов этих разобрать вместе с фениксами и все. Можно камни здесь пробить, можно шатать по разным направлениям, линги подтягивать, Димага собирается камни пробить. Так, колосс Рейнджа уже по лингам сгибает. Лингов нужно отвести, можно вторые камни пробить сейчас. Вердос уже куда-то в центр выходит, наглеет, наглеет у нас. Вердос 9 карапторов, Димаг заказывает, мог бы даже чуть раньше, насколько я вижу, заказать этих карапторов. Так, адепт один телепортнулся, не жилец, сразу минус. Уготь лингом делает, то есть это готов, готовится свич ультралов понемножечку. Вердос добавляет грелок, понимая, что, видимо, будет... Караптеры там у Димаги. Димага еще хатку ставит. Кстати, можно подкопить ресурсов, разменяться и к караптеру муту прийти. Четвертый Вердос пробивает. 9 караптеров летят вперед. 200 Димаги уже. Королев берет сейчас. В атаку. Ну, лингов нужно отвести немножечко. Можно наверх проатаковать, попробовать. Караптеры что-то скопились. Колосс уже 3 штуки. Линги так себе лимит, на самом деле. Вот, проблема микса с караптерами очень большая в том, что они занимают лимит. Ну, по крайней мере, в Хотсе так было. И когда упрутся 200 вот таких сталкера-колоссов, то происходит следующее. Просто караптеры в итоге становятся обузой. Почему? Потому что они колоссы вырубают, колоссы за это время всю землю выжигают. Ну, в Лотве-то... В Лотве-то сейчас совершенно другая, в общем-то, схема. Колоссы совершенно другие, не такие сильные, как раньше были. Так, принимаем, Димаг, еще раз бой. Фениксы здесь есть, караптеры минусуют грелку. Гидра очень плотно так хорошо стоит, дерется неплохо. Еще 8 караптеров заказывает Димага. Вердос выходит в центр. Макро у Димаги очень хорошая, но если он проиграет следующий замес, это все, ГГшечка, скорее всего, будет. Так, Димаг пошел на лом сейчас. Караптерами-то, блин, колоссов в фокусе. Дима, что ж ты делаешь-то? Ёпарасоте. Колоссов не фокусит. Лимит уже какой-то одинаковый там практически. Караптеры все, конечно, убивают. Гидра неплохо стоит, но хватит ли гидры? Не хватает. Вот тебе и провал. Вот о чем я говорил. Настроил караптеров, а по земле отбиться нечем. Ну что за идиотизм-то? Да фокус надо колоссов просто делать, а не фениксами драться. Там-то караптеров-то остоков не было бы много, не нужно было бы столько. Гидра криво дерется, выйти, может, позиция ужасная сейчас. Филды есть, Вердос филды пока не ставит. Гидра все равно криво дерется. 1-0 в пользу Верди.
здесь, скорее всего, будет. Да не скорее всего, уже стопроцентно. Лимита маловато у Димаги, не хватило экономики. Перемудрил Дима сейчас с этими карабкерами, честно говоря. Нужно было реализовывать раньше гораздо. Карабкер шкрелы плывет, убивает, ну а толку-то от этого? Толку никакого нет абсолютно. Просто все громится, три атаки есть, караб там, не знаю, зеленки какие-то льет, а толку. Пытается Димаг что сделать здесь без шансов. Да, карабторы могут Нептус убивать сейчас. Мага. 1-0 Верди. Ждем вторую игру. Так, пошел в инвайт, захожу. Все, все готовы. Вторая игра Храм Вальда. Карта у нас. На главной странице есть ссылочка на данный шоу-матч. На данный момент призовой 5000 рублей составляет. Вот она ссылочка. Если хотите, можете и поддержать его, естественно. Поехали. Вердос 1-0 ведет. Пока что. Ну, Димага сам как-то, честно говоря, кривовато отыграл. Мне кажется, мог бы на эту игру точно тащить. Но все-таки не затащил.
Да, Верди из России. Ну что, вторая хатка пошла. Здесь Nexus 1 в Сенте Вердос играет вообще от противоположного. Первую игру, собственно, через гейт начал, какой-то странный билд был. Здесь через Nexus. Димага 3 хаты пул ставит. Тоже билд халявный. Газ нужно ставить. Сейчас заказывает он. Нужно газ заказывать. Не стесняется такие халявные вообще билды делать. Еще и пул не спешит вообще ставить Димага сейчас. Газ пул пошел. Нужно еще дронов строить обязательно. Так, понял, Димасик. Хорошо, что тянет. Телефон. А то мог бы и вовсе не тянуть. Ну, с третьего Димаги достраивается. Парабам уже почти нагнал. Еще даже пула нету, то силингов не заказать пока. Кибернетка овердоса на мэйне. Нужно мув сразу же, как можно быстрее Димаги заказывать, потому что адепты ворвутся. Опасно очень это будет. Заказ Димага мув. Будет ли дронов снимать с газа? Пока не снимает. То есть еще на что-то собирается надобывать. Ну, нужно обязательно к врыву адептов лингов подстроить. Так, и фаржа забыл. Ну, Димага все видит прекрасно. Сейчас адептов спалят. Вот адептов можно еще парочку линг. А, у Димага 6 плюс 6, 12 лингов. Будет 12, это достаточно, чтобы принять адептов. Иллюзии залетают. Вердос на третью залетает сейчас. Телепортируется, Димага хорошо очень спорку ставит, пытается адептов окружить, окружает, кстати, адептов. Так себе здесь размен, на самом деле. Лед королевы нужно помочь бы. Успели телепортнуться адепты, две штуки полудохлые. Мува нет у лингом, к сожалению, был бы мув, Димага смог бы перехватить. Так, Верта увеличивает до 6000 призовой, неплохо. Призовой резко на рубль возрос. Два сталкера от Вердос. Овера нужно увести. Димаг чуть наглее. Здесь овером летает прям в наглую. Сейчас овер будет по теннисе. Здесь плюс один заказ. Нужно третьему раскачивать. Рабов пока маловато. Но 10 тут заказано еще рабочих. Так что все в порядке. Вся 2.46. Парабам Димага в плюсе. Лейер почти готов. Ну, посмотрим, что Дима именно будет делать. Может быть, это гидроден будет, может еще что-то. Так, лингами здесь мимо бегает. Что около третьего не спалил Димага третий, но отменить пока нечем. Гидроден запиливает, 63-52. Парабам, линги рядом стоят. Ну что тут, зачем вот Димага это? Ну зачем? Вот 6 лингов взял, слил. Не знаю, это абсолютно ненужное действие. 10 лингов не нужно сливать. Так, Роуч Уоррен гидроден. Для чего гидроден? Может это люркерден будет, не знаю. Может еще что-то. Вижу муф Роучем, 6 Роучей заказано. Гидроден, Роуч и гидра, что ли, не знаю. Гидрему пошел. Да, похоже, какой-то прессинг. Ну, линги были потеряны зря. Здесь уже экономика хорошо. Третий Nexus. Блинк в робо, обсервер. Блинк в твайлайте, обсервер робо, прошу прощения. Плюс один вердос сделал. Почему-то вторую атаку не делает вообще. Крипы у Димаги отсутствуют, да, это тоже
Верно. Ну, с одной стороны, как бы это плохо, с другой стороны, если прессинг идет, то пофиг, как бы, если все гряды сделаны. Но если вторая, третья и мейн бы соединены были, где-то здесь крип было бы тоже хорошо, то есть ускорялась бы атака немножечко, да и, короче, это было бы хорошо. Роучами Димага камни там бомбит, собирает сквердуху через верх, я так понимаю, заходить. Ну что, лимит? А, там еще дестабилизатор вердут. Димага пробивает все камни. Роучей гидры много. Дестабилизатор это очень опасно, конечно. Здесь будет и блинк, и плюс 2 делается. Так, на темницу сейчас добыча начнется у вердоса. А вот это уже интересно. Но нужно раскачивать вот эту базу, чтобы вот это интересно работало лучше. Так, смещается Димага. Чейнджинга нету. Мой вердос может сам просто в выход сейчас какой-нибудь пойти. И Димага может отдать. Так, здесь Реводжера запильно. Гидра приходит. Вообще как-то нелепо Димага пришел сюда. Немножечко назад отступает. Роуч приходит. Отменяются Реводжеры. Линги дотекают. Нужно ли пушить-то сюда вообще идти? Очень большое у меня сомнение в этом. Плюс 2 газа. Нужно протянуть немножечко времени и свичку эту мутку вот действительно сделать нормальной. Димага ходит здесь рядом. На филдах бы не отдаться бы. На филдах вроде как не отдается. На четвертую газ, на четвертую базу на газ переводятся рабочие. Димага отступает. Сейчас муталиска где-то около 10 штук можно будет заказать. Ресурсов-то много. Вердоса есть блинк. Блинк это хороший, конечно, для вердоса момент. Иллюзию Димага сбивает. Муталисков 6 заказано. Мало, нужно больше мутки. Ходит Димага здесь рядом. Еще опасно 9 муталисков. Плюс 2 вердос. Скорость таки адепт скоро будет 10. 10 муталисков хорошо, но будет ли это мута улын или что-то. То есть нужно... Так, хата пошла. Нужно вот так вот облетать и начинать убивать. Бой принимать нельзя при так... Комбил, где нужно Процу нужно, Чезергу нужно в размен идти полностью, то есть ему нельзя ни в коем случае драться с армией оппонента и нужно просто лететь, убивать всеми, как бы. Если Проц к нему сагриться пойдет, Проц может не сагриться, Вердос может сидеть дома сейчас на самом деле, просто строить юнитов дальше. Так, здесь убивается пробка. Вердос, кажется, выход собрался делать. Димаге нужно гидру увести. Сейчас куда ты, Дима, идешь? Ну что ты делаешь-то, ё-моё. Уйти надо, конечно. Дать. Ну, Димага пытается дать время мутке сейчас подскопиться и ворваться на мейн хорошо. Мутка врывается неплохо на мейн. Вердос вообще не готов к муталискам. Давар в толкеров идет. Начинается паника. 8 пробок минус. На мейне всех рабочих теряют. Всех. Так, ну что, все рабочие слиты. Муталисков сколько? Муталисков 18 штук. Это уже реально много. Это реально большое количество мутки уже. Так, спускается вердос с хайграунда. Он вперед не ломится. Здесь у нас возвращается призма. Нужно опять на мейн врываться. Здесь только мазеркор шатать пилоны, собственно говоря, и убивать все там. Муталиски все новые и новые дотекают сюда. И Макс со сталкерами уже там биться глоб решил. Ну тут вердос хорошо на блинке законтролирует. Да не надо со сталкерами биться, блин. Слив, муты в никуда идет сейчас. Ну пятую Димага занял. Муталиска все больше и больше будет. То есть экономика хорошую, конечно, Димага сделал сейчас. Ну, сагрился муталисками. Ну что, что вот это такое, а? 200 вердоса сейчас лимита. У него две группы войска. Одна против мутки, одна, чтобы в лоб выйти. Очень неплохо. Гидра отходит назад. Димаг что-то бегает. Гидро ее нельзя отдавать здесь. И в лоб нельзя драться. Так, мутку приводит сюда. Пошел за место. Дестабилизатор стреляет. Неплохо он вроде как стреляет. Димага в фокусе дестабилизаторов. Против сталкеров дерется. Гидры. Это ГГ. Это в мясо. Просто в мясо вердос. Громит с гвардиан шилдами. Со всеми-всеми юнитами. Ошибка от Димаги, нельзя было так действовать. Я же говорю, при вот этом билде нужно только в размен идти. Только в размен. Вот эта группа выходит,
Муталис к Гидрой нужно вот сюда было нападать, под базу Верди. Почему? Потому что здесь здание можно убить, и здесь сталкеры стояли просто голые, без центри, без всего. Ну да, там оверчаж был, но можно муткой залететь, шатнуть, гидралами сюда ворваться. Три атаки еще зарешали. Нужно собраться, Диме, еще это не проигрыш, конечно, 8 до 4 побед. Ну, уже будет очень тяжко выиграть, конечно. Что, ждем следующей игры. Карва 72, привет. Всем привет. Пошел инвайт, спасибо. Вроде нормальный свич муту был, но... Ну, я, кстати, не раз видел, как Вердос против муталисков грамотно играет именно землей. То есть он заставляет с ним подраться и громит. Вот так же сейчас и с Димагой случилось. Привет, спиритолог. Привет, Ботман СК2. Ну что, погнали далее. Сумеречная башня карта. Интересная такая карта, но... Главное, чтобы Димага не приуныл как-то. Будет ли он третий раз... Три хаты пул играть — хороший вопрос, конечно.
что, второй Нексус пошел. Гейт Нексус, Увердос, Кибер. Да, Димага играет точно так же. Три хаты пул. Пошел газ. И пул, да. Все стандартно, абсолютно. Второго гейта Увердоса нету. То есть через один гейт Димагу напрягать не сможет. Сбивает Суверсич. Так, Старгей Димага спалить не сможет никак. Да, то есть он не понимает, что сейчас происходит. Может быть, какой-то жесткий врыв оракулом. Привет, Норман. Ну ты что, ты много что пропустил? Про лигу ты пропустил с 12 часов дня. Потом FPA 4 с лишним часа играл. Теперь вот Вердос с Димагой шоу матч. Уже стрим идет почти 9 часов. Пытается сталкера Димага отжать. Отожмет сталкера через несколько секунд. Мух тут будет готов. Вердос супер контролера врубил. Но одного линга убивает сейчас, но не более того. Адепт заказан. Так, адепт на рампе стоит. Три гита Фениксы, то есть это адепты Феникс у нас будет. Димага 1-1 решил стиль сменить. Милишные грейды пошли. Понял ли он, что... Я думаю, что Димага сейчас не заметил Феникс. А вот сейчас заметил, наконец, Фениксов. Он. Три спорки, да, сразу же добавляй. А где, погодите, раз, два, а третья где? На третьей, вот там, в минеральной линии, на третьей базе. Странное решение. Почему здесь-то спорка? Почему здесь не добавить? Так, Вердос третий Нексу ставит. Димага четвертую уже, что ли, поехал? Да, четвертую хат поехал ставить. Даже криптумор пилит, неужели? Так, здесь Фениксы шатают. Адептики дома на обороне. 49-49. Как-то вот всегда у Димаги раньше с рабочими всегда все круто было. А сейчас я смотрю, что Димага что-то с рабочими втыкает очень жестко. И у него как-то, ну, просто больше. Никогда не припоминаю, чтобы Димага... проседал, то ли лот его не чувствует пока, то есть, ну, экономика какая-то слабенькая постоянно. Димага как сливка раньше было, да как зажмет, так беда. А здесь у нас, смотрите, флитбикон, какая-то полуармадная тема от Вердоса. Что это будет, интересно? Похоже, да. А, да, на воздух грейд. Похоже на то ли темпистов, то ли карьера, что-то такое будет. Готов ли Димаг к такому раскладу? Пока чувствую, что не понимает, что происходит. Да, карьеры, посмотрите, пошли. У Димаги 2-2 милишные. Землю, конечно, Димага просто сгрызать будет. Вообще не замечать, но...
Этого недостаточно, чтобы армаду победить. Нужно что-то, чтобы подстроиться под воздух. Про овердос очень медленно как-то выходит. Тристер Гейта работает один. Вот этот грейд нужно позже заказывать, когда уже карьеры готовятся. Он быстро очень делается. Карьер, а даже карьеры гораздо дольше, чем этот грейд делаются. Димаги, четвертая база готова. Линги новые добавляются. У Димаги сейчас можно, кстати, намаситься и... Ну, хотя 2-2 нету. Было 2-2, он вообще бы в лоб начал пойти убить бы, конечно, Вердоса. Но он не собирается так делать, насколько я понимаю. Плюс фотонки. Ну, с фотонками уже так не ворваться. Да, 4 оверчаржа, адепты есть и фотонок много очень. Из грейдов только варп у Вердоса. Плюс один навоз сейчас будет готов. Обязательно грейды делать. Кстати, масс-грейды на воздух. Вот, карьеры полетели первые. Пошел хайв. До ультралов еще очень долго. Да, ультралы могли бы нормально пошатать бы, потому что карьеры по ним дэмэджа мало имеют. Но до ультралов тут еще вообще сидеть и сидеть, димаги, к сожалению. Зато 2-2 сейчас будет. И инфестором энергия будет. Инфесторы плюс сколько королев? Королев много, 9, кстати. 9 королев инфесторов, можно спорок заказать, можно гидроден там запилить и нормально жить на самом деле. Вот, но единственное, в чем минус, нету вообще грейдов на атаку рейнджовую. У Вердос уже 4 старгейта, то есть тут масс карьеры сейчас будут. Еще 4-й Никс пытается занять. Караптеров строить вообще не вариант с таким, потому что там уже грейды хорошие на воздух будут. Димага, посмотрите, разведки 0. Стоит вообще, вот сейчас побеги карьеров, спали, что здесь висят. Вот, даже Вердос их не ныкает. Ему надо ныкать, потому что Димага сейчас заметить... А, это интересный расклад. Решил Дима, но это не работает на самом деле. Так, тут Лингов прилетает, фениксами убивает. Ну, это фигня все, конечно. Королевами-то можно Лингов отогнать бы было. Инфесторов 3 штуки все заказывают. 3-3 грейды на землю пошли уже. Блин, ну ладно, Линги могут все уничтожить, ультрала там, но, блин, что с воздухом-то сделать будет? Инфесторы с невралом тут абсолютно ничем не помогут. Сейчас уже 9 карьер будет, это реально много. Хоть Линга бы послал Димага какого-то, там разведал бы, что ли, я не знаю. 15 дронов строят. Ну, спорок много будет. Не знаю, если масса... Ну, тут просто невероятное количество спорок надо, чтобы от такого количества карьеров отбиваться. 43 муки уже. Ну, кстати, в размен линг здесь стенки нету. То есть линги с адреналином на 3-3, они вот эти здания просто распилят моментально. Но... Так, два спайра. Димага понял, наконец, что происходит. Спайры поздно. Все, воздух против этого не будет работать сейчас. Почему? Потому что там третья атака, и это разгром будет просто. Воздух в мясо будет разваливаться. Просто в мясо. Причем любой там. Караптеры, муталисты, все что угодно. Уже по 5 карьеров у Вердос строится. Ну, когда 200 будет, там вообще ничего не сделать будет. Зря Димага так пассивничает тут. Хоть фениксов убил. Трех фениксов отжал, думаю. Два нидуса строить. Ну вот нидусами шатать. Все, что вот в размен надо играть. Вердос не делает мазершип. Ошибка тоже от Вердоса, конечно. У него 6 уже старгейтов. 6, хрена, 6 прямо-таки старгейтов. Ну что, нидус это интересный, конечно, расклад. Может зайти. Ультралы плюс линги с нидусом. Ну как с воздухом-то драться? 1-1 Димага делает воздушные грейды. Дронов куда-то там переводит. Лингов заводит сейчас сбоку. Будет ли врыв? Наверное, да, будет врыв какой-то. Против, вот сейчас увернулся 10 карьеров, будет 15. Я просто не представляю, но это карапторов штук 40 нужно, чтобы убить с тремя атаками. И то даже 40 не факт, что убить. А если мазершип будет, то пиши пропало. Но Вердос может не шарить, как бы, и мазершип, например, не заказать.
Так, адепт приходит, деньги сагрились, а адептов вообще моментально сейчас уничтожат эти деньги. Он даже под камерами. Нужно увести деньги демаги сейчас. Так, да, сюда Нидусы просто пилить. Пошел Нидус-то, что ждать-то? Ну пили Нидус-то, Дим, пошел Нидус. Забегание при этом лингами делать. Нидус номер один запилен. Второй Нидус, так, второй пока не пилится. Здесь лингами нужно забежать обязательно. Еще один Нидус запилен. Но нужно было вот сюда пилить, чтобы карьерам было неудобнее возвращаться. Телепорт делает Вердос. Отбивается сейчас легко с телепортом. Видит здесь Димага, что рядом Нексус ставится. Пятый. Нужно убивать. Нидусы падают. Нужно еще одного Оверсира заводить туда обязательно. Нексус надо запилить сейчас. Тут так, Димага не пилит Нексус. Наконец-то начал атаковать. Кстати, и даже Нексус не убил. Слишком много карьеров. Это проблема. Димага, я думаю, понимает прекрасно. Карьер в 15-2, 17 сейчас будет их, 17. Ресурсов очень много накопил. Нужно еще лингов делать и еще Нидуса запиливать. Только куда и чем подсвечивать-то? Нужен оверсир еще, нужно врываться. С Нидусами тормозить нельзя. Хоть один пройдет, это шанс вообще. Зачем два Нидуса? Ну, на всякий случай, чтобы два одновременно ставить, например, хотел возможно, могу. Но два одновременно он не ставил. Сейчас где карьер у Вердоса? Здесь рядом висят. Карьеры уже на две группы может засплить. Но пока Вердос висит, Димага может 3-3 на воздух сделать. И с другой стороны, если, да, вот инфестеры есть против мух там, и с нормальное количество воздуха, с нормальными грейдами добавить, плюс невральный паразит, плюс там, я не знаю... Хотя здесь шторм уже будет. Ну да, такой воздух даже. Ну посмотрим, что будет. Выглядит как все просто оклик, просто изи оклик на данный момент. Ну, у Димаги запас хороших ресурсов, с другой стороны. Так, залетает сейчас. Нидус пилит. Карьеры где? Карьеры ушли вниз. Вердос карьер ведет на мейн. Успеет Нидус? Да, успеет Нидус запилиться. Это время забегания вниз идет. Нужно как можно больше лингов успеть вывести. При этом Димага наламывается на четвертую, сюда наламывается, но там шторм. Ну на мейне-то нет, блядь, просто. Ну я не знаю, смотрю на это блин, унылое какое-то зрелище. Ну, сюда забежал, да, правильно. Карьеры летели, здесь ничего не было. Вот пролетел, один Нидус сюда, через мейн пролетел сюда, наломился сюда, одновременно из двух Нидусов лингов высадил по 20 штук, они тут мясо все сгрызут, эти две фотонки. Так, Димага 27 караптеров делает сейчас, этого реально мало против того, что есть. Здесь 17 карьеров, 3 темписта, там шторм есть. Со штормом это вообще все раскладывается. Инфесторы даже не особо-то нужны здесь. Инфесторов вот высадить через Нидус с закопкой, там, с подземным мумом, каким-то чем угодно. Вот отсюда с хайграунда прийти. Сюда инфесторов накидать, лингами наломиться. Нужно активнее быть. Димага что-то не активен вообще. Ультралов в Нидус это бесполезный лимит сейчас абсолютно. Так, ну Вердос сидит, не лезет. Вердос уже третий армор, да, третий. О, воздух скоро, все троечки будут. Так, здесь карьеры на патруле, две штучки летают. Вот оверсира поймали. Вон сколько дэм уже, чуть пол хп не снесли. Димаг там камни всякие пробивает. И вон еще оверсира впилить и просто в наглую залететь сюда. Димаг с другой стороны сейчас облетает. Да не одним, несколькими нужно. Вердос там уже землю начинает делать, базы ставят. Так, арапторов все больше и больше. Маги 3-3 на воздух заказано. Вот это, конечно, ошибка Вердоса. Ему давно вперед бы, да, давно пора бы полететь, да убить бы. Он что-то сидит, тут ждет, ну, прикалывается типа. Можно доприкалываться на самом деле. Хотя, что зергу построить? Ну, как минимум, надо отдать ультралов. Королев можно оставить. Нужно добавить вайперов немножечко, чтобы они зеленочку кинули. Стек карьеров, хоть они и жирные, но у них хп-то сейчас с 300 до 250 снижено количество. Ну, вот ультралы бегают. Просто, смотрите, 6 лимита каждый, 30 лимитов никуда. Это 10 карапторов плюс, например. Вердос может сейчас залететь в мух, выпустить на любую базу. Такое количество мух просто сотрет все с лица земли. Димаги, конечно же, в размен сейчас надо идти. Только в размен. Рейнджовую на землю начал делать. Сейчас уже грейды.
Урок добавляет, Димага, ресурсы сливает. 8 карапторов еще. Вот зачем ультралы, Димага? Так, королевы. Да какие королевы? Самих ультралов надо убить. Королевы-то с трансфьюзами, а не карапторов. Может, Димага убивает королев. Зачем, блин? Вот лимит ненужный абсолютно. Вот он, ненужный лимит. Хотя, с другой стороны, здесь есть штормовики. Штормовики. И можно ультралами с землю снести будет одновременно. Я думаю, об этом Димага сейчас и думает. Но гораздо лучше землю бы линги сносили, они быстрее бы ворвались бы. Вот, с одной стороны. С другой, 6 многовато ультралов. И с третьей стороны Вердус так и не сделал мазершип. Это ужасная ошибка на самом деле. Ужасно. Потому что без мазершипа этот микс вообще как бы может развалить. С мазершипом его в разы тяжелее будет развалить просто. Так, Димага карапторов уже тут сплитить начинает. Миллион фотонок везде запилено. 58 дронов у Димаги остается. Сколько карапторов? 46 плюс 15 карапторов. Это хорошее количество. 3-3 грейды сейчас у карапторов у этих будут. Ну, ими нужно... Так, мазершип так и нет. Ими нужно атаковать в туловище будет всех этих карреров пытаться. Потому что с мухами драться бесполезно. Карапторами в особенности. А здесь ведь грелки есть. То есть на грелок ворвешься. Даже 3 грелки там будут жарить. Ой-ой-ой, как хорошо. А Нидус и Димага не пытаются пилить. Вот пока врыв, не сразу Нидус ультралов просто вот на мейн завести. Здесь фотонок нету. Здесь фотонок Вердос много наставил, а на мейне нету фотонок. Так, идет вперед сейчас. Криптумора выбивает, да. Димага еще 8 карапторов посрать. 40 много здесь. Добавляет. 48 карапторов. Здесь Димага смещается сейчас сюда. Микозом можно попытаться словить. Штурмовики там где-то ходят. Да, там 3 штурмовичка есть. Ультралиск подходит. Нужно бой принимать. Мазершип даже не здесь. Мазершип кор, точнее, не здесь. Заходит на верхнюю базу сейчас Свердос. Димага, посмотрите, как криво расставил. Типа фронта нападет в итоге в разный тайминг просто всеми. Ультралов первых нужно заводить. И все. Пора лететь. Дима, пора лететь. Карапторов сколько? Карапторов 56. Димага идет вперед. Штормы пошли. Карапторы врываются внутрь просто. В карреров, в грелок. Грелки падают. Карреры понемножку падают. Инфесторы накидывают. Инфесты тернов. Микос накидывают. Димага там фокусит карреров, кстати, очень неплохо он фокусит карреров. Карапторов реально много, маза... Так, инфесты Терраны сейчас начнут решать неплохо. Карреры падают вообще моментально все. Вот досиделся Вердос, что я могу сказать. Лимит заказывает 6 грелок сейчас. Чуть 6 грелок этих сделают, я не понимаю. Карапторы куда-то на муви-то летать, блядь. Вот это бомжатство просто. На муви под атакой столько... А, все, понял, Димага от мух улетел. Зря прогнал, Димага улетел от мух сейчас. Пытался улететь. Так а зачем лететь-то? Можно было просто подраться. А Вердос мух всех выпустил еще. Нужно ловить вот это то, что улетает. 26 лингов еще. У Димаги плюс в том, что земля грейжена очень. Ультралы идут вниз, но здесь, смотрите, сколько фотонок. И что они здесь забыли, эти ультралы? Так, лингов сюда завести. Может уж 25 карапторов заказано, плюс линги, можно зайти туда. Не, я на Димагу зря прогнал, он пытался от мух улететь, но как-то он странно очень от мух, честно говоря, пытался улететь. Последний, так, этот Нексус Димага сейчас выбьет абсолютно точно, но запас ресурсов просто отсутствует, причем 39 рабов у Димаги, Димага вложил все свои ресурсы, последние просто, в армию, и что он этой армии сейчас делает, я просто не могу понять. Ну вот хату надо восстанавливать, строить дронов еще, пришел, выбил Нексус, на котором даже добычи не было. И нет возможности даже 200 сейчас отстроить. Ну все, ГГ пишем, выходим. 3 ультрала, 20 лингов, 33 караптора, 10-14 грелок, которые громят. И архоны, и иммортала. 3-0, к сожалению, это уже факт, даже Димага, если будет сидеть здесь. Хотя, может, Вердос посидит немножечко и Дим... А, ну вот вайперы. Против грелок, да, вайперы могут сработать сейчас. Димага это понимает, отступает немножечко назад, ждет Вердоса, но... Успеют ли они вообще выйти? Если Вердос вперед сейчас поломится, будет тяжко отбиваться. Так, спорки перекапываются. Ну, здесь спорки немножечко время протянуть смогут. Димаг наламывается вперед. Вердос штормом откидывается. Где вайпера все? Вайпера летят. Энергию нужно пополнять. На муве летает Димага. Ну, что ж ты летаешь? Спорки давай. Энергию пили, да?
мимо пилит энергию. Нужно заново запиливать сейчас, демага. Если 200 отстроишь, есть шанс еще. Нужно базу здесь заказывать, но нету ресурсов, просто даже чтобы хату заказать. Ну, потому что рабов отдал в какой-то момент всех. Если вернул стейки, грелки сейчас поставят, это шанс для димаги, конечно. Начинает бомбить спорки сейчас Вердос. Подлетает по спорке грелка. Караптор один вперед полетел. Не нужно так наглеть. Что, и мортлами Вердос шатает. Будет димаг наламываться? Должен наламываться. Пошел в налом. Линги вперед на иммортлов бегут. Пошли штормы. Вайперы зеленку на грелках. На грелок кидают сейчас. Зеленки много, но грелки с разогревом просто унижают вообще в мясо. Это 3-0, ребята. Это 3-0. И это все, что самое главное, без мазершипа. С мазершипом это было бы вообще бы жестче гораздо смотрелось бы. Ну, Димага сейчас вот на самом деле вот здесь вот он карреров выбил грамотно. Но у него выбита вот эта база была, он не пытался ее восстановить вообще никак. Нужно и золото было поставить бы, наверное, тоже еще. То есть ему нужен был ресурс, чтобы еще раз на дозаказ хватило. Было бы на еще один дозаказ, все было бы нормально. У Димаги не было в итоге ничего. По потерям давайте глянем просто. Ну, по потерям, конечно же, не входит. Зерга все здесь. Ну, 200 в стол. Куда там рыпаться-то? Это уже... Так, перхоть это уже такая там. Даже если все грелки развалятся, как нелепо. Тем более Вердос с темпистами понемножечку выселяет и... Направь мою ярость. Да, экстра саплай надо было делать. Он, Димаг не зря, то есть дронов надо было слить, но их надо позже было сливать. Так, пошел замес, зеленков, грелок накидано, зеленки очень много. Штормы, конечно, идут, зеленка заряжала, карапторы вообще просто в секунду все сгорели. Грелки тоже упали, но я говорю, что здесь и без грелок уже всего достаточно. Ну что, четвертая игра. Какая седьмая? Четвертая еще только, конечно. Ну, очень сильно зарешало первую игру, которую Димага мог взять бы. Если бы он первую выиграл, мне кажется, могло бы все пойти по-другому здесь, в этом матче, но... Ну, как сыграл, так и сыграл, что тут говорить. Террасы Приона хочет Димага сыграть. Ну, либо Дима сейчас возьмет карту хотя бы одну, а может быть и потащит, либо, конечно, 0-4. Что там Блайк, кстати, с Нибом отыграл ли он? А, еще не скоро он будет играть. В 11 часов.
Так, бой 7-3-0, Вердос ведет, Димага ставит в хату, может быть Гаскул он просто сыграет. Что-то этим билдом у Димаги не прет. Так, ребят, все, немножечко подзалип. Возвращаюсь к вам. Напомню, шоу матч смотрим мы. Напомню, что вы можете поддерживать меня и мой канал отличными адлоковыми подписками на премиум по реквизитам в описании или через плеер. Завтра у нас второй день пролиги будет. Завтра будут вторые отборочные на Бобролигу. Не пропустите. Какое у нас сегодня число, кстати, 25-е. Так, 5 дней до конца месяца, в конце месяца как раз Бобролига будет. Ну, в общем-то, завтра будет интересный день. Уже нет, Димага 3, все 4 игры таким билдом отыграл. Вернулся Нексус, пробка домой возвращается. Гейт Старгейт здесь у Вердоса на рампе. Кажется, уже третий Никсус собрался строить. Да, пробку к третьему. Вот здесь адепт приходит, начинает бомбить дронов. Один был уничтожен. Больше, я думаю, ничего не уничтожит здесь Вердос. Линга одного уничтожил. Да, в наглую третий Нексус ставится, и Оракул заказан у Вердоса. Здесь Талкером овер разбивать пытается. Кстати, этот овер никуда уже, хотя не улетит, скажем, возможно. Ну, почти готов у Димаги, кажется. Линга Реладжера под пуш какой-то, пробочку здесь минус. Пытается пилон забрать, четырьмя лингами под Мазерфором, плохая идея. Овер ушел чудом. Первый оракул готов, 9 роучи, 10 роучи Димага строит, а 13 роучи Димага строит. Ну там старгейт есть, то есть там просто запиливаем грелку и все нормально будет. Еще Мердос что-то копит дома юнитов. Димаг старгейт прекрасно видел, то есть все равно вулын идет что ли, ну да. Прям в наглую решил Димага на пофиг пойти вулын. Ну посмотрим, что из этого выйдет. Без королев как-то это не смотрится хорошо. Так, оракул вперед полетел как-то неожиданно. Два оракула полетело вперед как-то неожиданно. Димаг пытался роучи сныкать, ничего не получилось. Третий оракул отвердился, он грелку не строит. Кстати, ошибка, что грелку с оракулами может здесь и не отбиться на самом деле. Так, по земле здесь ничего нету абсолютно. Так, линги, наверное, набегают сейчас. Как криво Димаг наламывается сейчас, я чуть не понимаю. Зачем так криво-то? Так, на рампу пошел Глом сейчас, чтобы уже никаких грелок точно не построил здесь Вердос. Димаг пытается зайти на рампу, но здесь есть уверчаж. Димаг приходит, поле миту печально, все, оракулы жгут жестко. Это 4-0, ребята, посмотрите на лимиты. Просто беда какая-то здесь происходит для Димаги. Зарешало все, зарешали адепты, зарешали оракулы, зарешал Мазеркор. Еще есть уверчаш один.
Ну да, хоть что-то этот пуш должен был сделать на самом деле. Ну, честно говоря, я немножечко других игр ожидал здесь. Не думал, что прям 4-0 Virtus Demago расшатает. Но, как оказалось, Virtus способен. А Demago что-то пока еще не натренился настолько, чтобы Virtus убивать. Хотя уже неплохие игры демонстрируют в последнее время. Пять оракулов строится. Грелка пошла. Так, добавляются королевы сейчас. 32 дрона. Ну, Димаг хочет на королевах еще какой-то выход, насколько я понимаю, сделать. Против оракулов, против всего этого дела. Ну, Virtus'а будет грелка, Virtus'а земли много будет. У него экономика жесткая на самом деле. Еще три королевы от Димаги. Здесь еще какие-то где-то пробки гибнут, непонятно где. 96-119. 6. Так, 6 реводжеров пошло. 9 королев есть у Димаги. Пытается выдвинуть вперед. Но здесь. Вот здесь уже 10 зилков, которые не прощают на самом деле. И лингов отдавать точно не надо сейчас Димаги. 26. Еще лингов строится. Араку на мейн полетели здесь. Одна спорка, всего они спорку моментально сожгут. И сожгут здесь все остальное моментально. Да не один оракул падает. Но дроны будут быстро погибать. Так, королева еще одну забирает. Одного оракула Димаг еще взорвал, но 18 дронов здесь. Королевы вернулись. Не, здесь без королев здесь точно ловить нечего. И с королевами, скорее всего, тоже. Даже с 13 здесь слишком как-то много Virtus. Там имморталы, там все вообще строится. Так, прилетает оракул. Начинает жечь реводжеров на халяву. Трансфьюзил вроде как реводжера. Не, ну попытается Димага проатаковать. Virtus'а грейды нулевые. Там фотоночки пошли какие-то. Боевого лимита, кстати, у Димаги гораздо больше, чем у Virtus'а, что самое интересное. Так, линги здесь бегают, реводжеры здесь бегают. Virtus'а микс-то такой, как бы он без грейдов. Вот сейчас только атака одна. Он микс-то слабенький такой, я бы сказал. Но Димага вот еще умудряется слиться до того, как наломился зачем-то. Зачем вот сливаться до того, как королевы пришли, вообще не понимаю. Лингов 10 штук еще строится вроде как. Они подходят постоянно. Королева в атаку трансфьюзить. Королев надо, Димаг вообще не трансфьюзит. Королевы с фотонками дерутся. Реводжеры с лингами, с армией Virtus'а. Нужно больше лингов сюда подводить. По своим же лингам фаерболы падают. Короче, вообще провал. Контроль так себе, я бы сказал, от Димаги. Фаерболы не попадают вообще никуда. Хотя не, по сталкерам попадают вроде как, но этого недостаточно. Здесь нужно они, чтобы попадали по грелкам, по всем вообще юнитам. 60 на 140 по лимиту. Ну, последний такой врыв. Хлопнул дверью Димага в последней игре, но этого недостаточно абсолютно для победы. 4-0. Так, сейчас, ребят, посмотрю, что там где происходит. Стоп-старт сейчас запилю.